Всем новый привет. Как вы знаете, мы добрались до Сиднея. Мы сделали наши дела, и сегодня мы продолжаем наше путешествие на юг. Наш первый переход будет не очень большой, до места, называющегося Порт Хакинг. Это первая бухта на юг от Сиднея. Должно быть очень красивое место. И, может быть, мы попробуем подняться вверх по реке в Королевский национальный парк. Там тоже должно быть очень красиво. Сейчас мы, как всегда, гуляем собачку, дозаливаемся водой и выходим. Марина, в которой мы стояли, находилась за разводным мостом, и мы сейчас ждем, пока он откроется. Это первый мост на сегодня. После этого мы выходим в открытое море и идем, куда собирались, в Порт Хакинг. Великолепные сиднейские скалы и одна из самых дорогих недвижимости, районов недвижимости во всей Австралии. 3 часа спустя мы заходим в Порт Хакинг. Сзади меня на горизонте это первый Anchorage, но он довольно открытый, там может качать. Поэтому мы заходим внутрь, и мы сейчас будем проходить супер мелкое место, 2 метра. Но сейчас высокий прилив, поэтому там плюс метр. Но может быть довольно узко и трики. Тут с другой стороны довольно фэнси домики. Собачили к нашей динге, к нашему тузику сонар. Он коннектится с моим телефоном, и мы сейчас промеряем глубины в реке. Он умеет строить реал-тайм карту. Ну, собственно, вот сейчас у нас разведывательная экспедиция сегодня. Мы поднимаемся вверх по реке и промеряем глубины, чтобы завтра, может быть, притащить сюда большую лодку. И вот так наш круиз по Порт Хакингу подходит к концу. Мы провели здесь всего 6 дней. Мы хотели подняться вверх по реке Хакинг и даже промерили глубины, чтобы пройти лодкой. Но в конце концов испугались ветра. Последние пару дней был очень сильный ветер, а верховье реки очень узко. Нам пришлось бы растягивать лодку на 2 якорях, переднем и заднем. Делать это в очень узком месте довольно стрёмно, поэтому мы решили не рисковать и двигаться дальше. Больше в Порт Хакинге на самом деле делать особо нечего. Там вверху был национальный парк, который мы хотели посетить, и мы его посетили на динги, на нашем тендере. Больше здесь особо делать нечего. Высаживаться на берег очень неудобно. Есть всего 2 понтона, до них далеко ехать, и с детьми и собакой это неудобно. Поэтому сегодня мы двигаемся дальше. У нас сегодня переход около 60 миль до места, которое называется река Крукхевен, и наш первый бар. Большинство рек в Австралии, большинство стоянок, по крайней мере, на восточном побережье Австралии, это стоянки в устьях рек, и зачастую они имеют бары. Это порода, вынесенная рекой, в устье образовывает под водой нечто в виде горы, называется бар. И их довольно стрёмно проходить, потому что волны поднимаются и начинают заворачиваться, разбиваться. Довольно стрёмный участок, который нужно проходить в определенное время суток, в максимальный прилив. Точнее, незадолго до максимального прилива. В любом случае, посмотрим, как сегодня это будет. У нас где-то 10, может быть, 12 часов переход.
Сейчас 6 утра, собаку я, как всегда, погулял, и мы готовы сниматься с буйка и отправляться в путь. Посмотрим. Итак, мы подходим к Crookhaven River. Большая часть дня уже прошла. Сейчас 4 вечера. День получился, конечно, не совсем по плану. У меня есть подписка на Predict Wind. Это программа, которая... где, в общем, люди смотрят морскую погоду, и в частности ветер. Там есть 6 моделей от разных агентств с прогнозом погоды на следующую там неделю. Ни один из 6 прогнозов не говорил, что ветер будет с юга. И тем не менее он был с юга, ровно нам в нос. Соответственно, полдороги мы моторили, полдороги мы шли мотор-парус. Нам нужно успеть на бар, потому что бары проходятся на повышающейся воде, то есть перед точкой максимального прилива последние несколько часов, когда вода все еще заходит внутрь, это самое безопасное время проходить бары. Меньше вероятность опрокидывающихся волн и, соответственно, меньше вероятность получить по лодке. Сегодня точка прилива в 8:30, по-моему. Соответственно, меня интересует промежуток между 5 вечера и 8 вечера. Соответственно, нам осталось 8 миль. Мы должны через примерно час-два там быть, около 6. Как раз правильное время. Вот так. Сейчас, слава богу, ветер включили. Мы идем чисто под парусом. И... скоро будем поворачивать и джабить. Вчера мы приехали в Шоукэвен. Это место рекомендуют другие крузеры, которые плавают в этом регионе, как очень красивую и спокойную локацию. Здесь действительно на воде очень классно. С утра туман, здесь есть как бы с воды видно горы, и выглядит просто замечательно. Вчера мы ходили гулять на океанический пляж с большими сильными волнами. Это было очень здорово. Ребятам, деткам очень понравилось. И там был шалаш, в котором они играли. Это был очень классный вечер. Сегодня с утра мы встали и пошли посмотреть на местный ботанический сад, который поддерживают местные жители. Здесь очень много представителей местной австралийской флоры, и оформлено все совершенно, совершенно замечательно. Для местных жителей, которые как бы делают это сами, не государство, не консул, а просто местные жители собрались и сделали очень-очень красивый парк. Вот. Сейчас немножко идут дожди, очень жарко и влажно. Поэтому мы сейчас пойдем и побалуем себя холодным кофе. Новое утро и новый привет. Мы находимся в Jervis Bay. Мы пришли сюда дня 3 назад из Crookhaven River. Это был не очень большой перегон, 20 миль мы накрутили, пытаясь идти против ветра. Было очень некомфортно. А сегодня у нас переход в Batemans Bay. Это наша следующая большая точка. До него примерно 55 миль. Ветер сегодня должен быть сзади. В Джервисе мы успели провести, как я сказал, пару дней, но... здесь очень красиво, но здесь очень неудобно стоять. Поскольку залив очень большой, с какой бы стороны ни был ветер, на противоположной стороне залива, соответственно, он разгоняет волны. И приходится менять точку стоянки, ну, фактически каждый день.
и все лодки по этому заливу взад-вперед ходят туда-сюда. А, так, здесь вообще супер классно, здесь там одни из самых белых чистых пляжей в Австралии, здесь нацпарки, мы сходили в нацпарк, погуляли с ребятами, сходили в магазин, ну, в общем, два дня без дела не сидели. А, сегодня выход на час позже, чем обычно, не в 5 утра, а в 6. По идее, к 5 вечера мы должны быть в Бейтманс, посмотрим, как там дела.